Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных работ в кварталах из жилых зданий на территории Апшеронского района для 3042 семей вынужденных переселенцев, временно размещенных в общежитиях в городе Сумгаит. Все еще живущие сегодня в сложных условиях вынужденные переселенцы должны знать, что очередь дойдет до них, и каждый переселенец будет размещен. Для них будут созданы самые современные условия. Мировая экономика переживает кризис. Цены на нефть упали в 3 раза. Но, как я уже говорил и хочу еще раз повторить, чтобы наши граждане знали, мы не остановим ни один социальный проект или программу. Азербайджан – социальное государство, и в центре нашей политики гражданин Азербайджана. И сегодня, в период коронавируса, основная цель – защитить народ от этой беды. И наши решения и шаги высоко оцениваются населением страны. Об этом свидетельствуют тысячи благодарственных писем. Глава государства подчеркнул, что международные организации, в том числе Всемирная организация здравоохранения, высоко оценивают усилия Азербайджана в борьбе с коронавирусом и рекомендуют другим странам обращаться к опыту Баку.